Здравствуйте! И вновь с вами я, Яна Кощеева. Сегодня мы будем тренировать грудь и руки. Первое упражнение, которое сегодня будем выполнять, это жим вперед в тренажере «Хаммер». В данном тренажере прорабатываются мышцы груди. Прежде чем приступить к выполнению этого упражнения, нужно отрегулировать сидение. Если отрегулировать сидение так, чтобы рукояти были на уровне верхней части груди, нагрузка переместится на верхнюю часть грудных мышц. Беремся за рукояти широким хватом. Проверяем положение локтей. Они должны быть строго параллельно полу. На выдохе выполняем жим, пока руки не выпрямятся полностью. На вдохе возвращаем вес в исходное положение. Упражнение выполняется в 3 подходах по 15-20 повторений. Следующее упражнение, которое будем выполнять, это разведение гантелей в стороны на наклонной скамье. Это изолирующее упражнение для проработки верхней части мышц груди. Исходное положение. Ложимся спиной на скамью. Голова, плечи и ягодицы прижаты к спинке тренажера. Лопатки собраны вместе. Спина прогнута в пояснице. Ногами упираемся в пол. Руки с гантелями вытянуты перед собой, слегка согнуты в локтях. Для правильного выполнения этого упражнения заблокируйте угол сгиба рук. На вдохе широким движением плавно опустите гантели в стороны, пока не почувствуете натяжение в грудных мышцах. Сохраняйте угол сгиба рук все время заблокированным. Работают только плечевые суставы. На выдохе усилием грудных мышц поднимите гантели обратно в исходное положение по той же траектории. Немного задержитесь в этом положении и выполните следующее повторение. Упражнение выполняется в 3 подходах по 15 повторений. Следующее упражнение, которое будем выполнять, это сгибание рук с гантелями сидя. В этом упражнении прорабатывается двуглавая мышца плеча, бицепс. Исходное положение. Устанавливаем спинку не вертикально, а слегка откинув ее назад. Возьмите в руки гантели. Голова, плечи, верх спины и ягодицы прижаты к спинке. Слегка напрягите мышцы живота и спины. Прогните поясницу. Из исходного положения, сделав вдох, поднимите гантели вверх. В точке, когда угол в локтевом суставе будет равняться 90 градусов, начните плавно разворачивать кисти рук вверх. Достигнув верхней точки, максимально напрягите бицепс и плавно и подконтрольно опустите гантели в исходное положение. На всей траектории движения старайтесь держать локти зафиксированными. Гантели можно поднимать обе сразу или поочередно. Сгибание рук сидя с гантелями выполняется в 3-4 подходах по 15-20 повторений. Следующее упражнение, которое будем выполнять – сгибание рук в кроссовере. Это изолирующее движение для проработки двуглавой мышцы плеча бицепсом. Прикрепите рукоять к тросу нижнего блока. Исходное положение. Возьмите за рукоять хватом снизу, ладони направлены вверх. Сделайте шаг назад. Руки слегка согнуты в локтевом суставе или полностью выпрямлены. Сделайте вдох, напрягите бицепс и максимально согните руки в локтевом суставе. На вдохе подконтрольно медленно верните рукоять в стартовую позицию. Локти остаются слегка согнуты. Ноги, корпус и верхняя часть рук должны оставаться неподвижными на протяжении всего подхода. Особенно важно зафиксировать плечевой пояс и держать корпус ровно. Упражнение выполняется в 3-4 подходах по 20 повторений. Следующее упражнение – разгибание рук на верхнем блоке с канатной рукоятью. В этом упражнении прорабатывается трехглавая мышца плеча – трицепс. Присоедините канатную рукоять к тросу верхнего блока и возьмитесь за нее нейтральным хватом. Исходное положение. Встаньте прямо, слегка нагнувшись вперед. Верхняя часть руки до локтя должна быть прижата к корпусу и перпендикулярно полу. Предплечье направлено к тренажеру. На выдохе, напрягая бицепсы, подтяните рукоять вниз. Концы рукояти почти касаются бедер. Руки должны быть выпрямлены полностью и перпендикулярны полу. Часть руки от плеча до локтя должна оставаться неподвижной. Двигаются только предплечья. Ненадолго зафиксируйтесь на пике упражнения и на вдохе подконтрольно медленно вернитесь в исходное положение. Упражнение выполняется в 3-4 подходах по 15-20 повторений. Следующее упражнение – разгибание руки с гантелью из-за головы. В этом упражнении прорабатывается трехглавая мышца плеча – трицепс. Сядьте на скамью и плотно упритесь стопами в пол. Возьмите гантель в правую руку и выпрямите спину. Сделайте глубокий вдох. И фиксируя верх руки от плеча до локтя, согните руку в локтевом суставе и заведите гантель за голову. На выдохе, разгибая руку в локте, поднимите гантель вверх. Движение происходит только в локтевом суставе. Все остальные части тела зафиксированы. Отработав все повторения правой рукой, сделайте столько же повторений левой рукой. Упражнение выполняется в 3-4 подходах по 20 повторений.
На этом наша тренировка закончена. С вами была Яна Кощеева. До новых встреч!